Лицеисты на сцене гимназии и гимназисты в залах лицея. В этом нет ничего удивительного, если знать, как тесно связаны истории двух саратовских школ. Гимназии номер 3 и физико-технического лицея. Легендарных тринашки и 42-й школы. Учителя, работавшие в обеих школах, семейные династии, которые учились и преподавали в гимназии и лицее, директора, которые тесно дружили. Бережно поддерживаемые отношения вылились в обмен концертами и воспоминаниями, а еще в обсуждение итогов проекта «Поколение У», финал которого вышли команды обеих школ. Вы знаете, о конкуренции здесь говорить, наверное, не приходится. Просто умные дети учатся и в гимназии, и в ФТЛ. Трудно сказать, кто выиграет, потому что в любом случае выиграет интеллект и эмоции. То, что мне кажется очень важным сейчас. Мы очень часто говорим интеллект, 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 но забываем, что без наполнения эмоциями, без наполнения чувствами это невозможно. Я думаю, победит дружба. Самое главное. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Но на площадке они вынуждены быть конкурентами. Ни секунды на раздумья, ни единой уступки сопернику. Интеллектуальные вопросы от Саратовского госуниверситета принесут приз только одной команде. Впрочем, призов в этом сезоне проекта компании-партнеры приготовили немало. Конфеты от кондитерского предприятия «Атак» в Вологодской области давно стали доброй приметой проекта. Сладости со смыслом питают и участников, и болельщиков. Об их качестве и свежести заботится компания «Свежий продукт», ответственный и опытный дистрибьютор. Компания «Сеньор Потолок» приготовила финалистам особенные сертификаты и призы для финала. А «Чистый глоток» позаботился о физическом здоровье финалистов, которые получают фитнес-трекеры. Все эти партнеры сделали возможным второй сезон проекта «Поколение У», который в этом году стал частью фестиваля «Проспект», организованного благотворительным фондом «Добродетель». Кто будет отвечать за столом физико-технического лицея? Отвечать будет правильный динамик. Масштаб и уровень второго сезона проекта «Поколение У» оценили все участники, а многие школьники мечтают вернуться в телеигру за эмоциями и удовольствием. Проект потрясающий, он очень интересный и так может пощекотать нервишки очень хорошо. То есть разнообразить свою жизнь. Все-таки экран, новые люди, ведущие, совершенно другой формат, не так, как в школе. Вопросы из разных областей, которые ты даже, возможно, раньше не рассматривал. Но тут у тебя есть стимул посмотреть, о чем был этот вопрос. Или как же так догадались ты до него, откуда пошел исток этого вопроса. Это очень интересный проект. Спасибо каналу «Саратов-24». Они большие умницы. Пока до третьего сезона далеко, телеканал «Саратов-24» предлагает своим зрителям пересмотреть все серии второго. Повторы программы будут выходить на нашем канале весь июнь со вторника по пятницу в 11 утра. Ведь «Поколение У» – это интеллектуальное шоу для подростков, которое нравится всей семье. Мария Карманова, Вячеслав Соленков, Дмитрий Тарутов, «Саратов-24».